Всем привет, с вами Прия. В текущий момент Battle for Azeroth богат контентом, и, честно говоря, занимаясь PvE-контентом, не думал, что полезу в этот Gold Farm в самом начале. Но пришлось. Все-таки позвали, и боешки приятно будет пофармить, и каких-либо маунтов дропнуть, и всякие ништячки. Так вот. Место по голдфарму хочу я вам представить. В текущий момент актуальное место фарма Бае находится в Валдуне, хотя есть и много других мест, но мне это весьма понравилось. Итак, находимся мы здесь, координаты 50-76. Если так выйти глянуть на улицу, то примерно это вот здесь находится. То есть мы подходим, начинаем ауешить. Как вариант для самого лучшего фарма, как всегда, были использованы, используются в текущий момент и, наверное, будут использоваться монахи со своей статуей, а именно статуей черного быка. Она доступна в танке, мы ее ставим, и что классно в ее механике, так это то, что на нее притягиваются все мобцы в радиусе. Также, сделав относительно простой макрос, мы можем делать массовый таунт на эту статую. Этот макросик я скину в описание видосика, и просто-напросто скопируйте его себе и вставите. Уж думаю, макросами пользоваться вы можете. Так вот, один человечек подсказал мне это, и фармит он здесь какое-то уже время. Что ему упало за все это время? Один маунт, пару боешек. В принципе, он весьма доволен, и поэтому решил поделиться со мной. Ну, а я уже делюсь с вами. На самом деле, это дело могут весьма быстро прикрыть, так что я думаю, после просмотра видосика постарайтесь сразу найти себе какую-либо группу, либо возьмите своих сагильдейцев и посидите, пофармите боешки именно в этом самом месте. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, продуктивного вам фарма и побольше монахов-танков, которые будут ставить вам статуи и агрить через макросик близ стоящих мобов. Берегите ноги. До скорого.